Данная подробная информация представлена в инструкции по безопасности, размещенной в кармане, которая находится перед вами или сбоку от вас. You can get more information from the safety instruction card located in the front of the side pocket. А сейчас мы просим вас застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора. На время взлета мы выключаем основное освещение. Благодарю за внимание. Now we ask you to fasten your seatbelt. Return your seat to the upright position. Stow your tray table. Мама, как бы два раза подняться за два дня? Билет какой поднялся? Который туда или который обратно? Беру там какой-нибудь другой обратно, не знаю, перейти там подольше пересадку, не знаю. Смотреть? Слушай, а? Ну, что, есть? Ну, что, есть?
просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is in the upright position and your tray table is stowed. We wish you a